Вместо красок и кисточек – гвозди, молотки и нитки. Вместо классического вида изобразительного искусства – современный и оригинальный стринг-арт, секретами которого с участниками встреч в рамках проекта «Химки. Интересно жить» поделилась специалист Ульяна Родина. Мастер рассказала и показала, как аккуратно по контуру узора прибивать к доске гвозди, на них натягивать нити, чтобы получился четкий рисунок. Выбираем, во-первых, цвет нитки, какой нравится, какой хотим, чтобы была шляпа. И привязываем кончик к любому гвоздику на этом элементе. А далее мы делаем, то есть делаем обводку по контуру. Достаточно, кстати, всего одного узелка, не надо там себе ничего навязывать, просто ниточка держится. Творческие мастер-классы – это новые знания и общение, отмечают участники встречи. Например, Александра Грачева старается посещать встречи по оригинальным видам искусства. До этого девушка изучала технику оригами. Я люблю рукоделие. Мне нравится, мне это интересно. Тем более то, что в Химках, я так понимаю, это появилось недавно. И ходить куда-то с семьей, с ребенком, то есть такие вот места довольно интересные. Разнообразные творческие, спортивные и интеллектуальные мастер-классы в Химках появились больше года назад. Проект появился благодаря просьбам жителей, инициативу поддержала администрация округа. О ближайших встречах по интересам можно узнать из разных источников. В газете «Химкинские новости», в соцсетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте.